Life представляет документальный фильм телеканала НРТ «Сунгю против целого мира». Мартин Йонстад Сунгю готов. Это его 20-й индивидуальный старт мирового кубка. У него было много серебряных и бронзовых медалей. Должен ли он добиться сегодня успеха? Мартин Йонстад Сунгю видит финиш. Мартин Йонстад Сунгю видит финиш. Должен быть впереди. Получит ли он наконец свое золото? 8, 7, 5, 4, 3. Да. Мартин Йонстад Сунгю получает награду за 1000 часов, проведенных на тренировках. Он тренировался и тренировался и стал наконец чемпионом мира. Двадцатка выглядит следующим образом. Сюр Йоте, Семен Хекстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Ньонген, Ханс Кристен Холунд, Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен. Это было быстро. Не должен ли он это объяснить? Я должен был быть заявлен в состав. Конечно же, тебя должны были в него включить. Вы не согласны? А я должен с этим согласиться. За дружбу и верную службу, так сказать. Черт. Выключи. После 12 лет в сборной Норвегии Мартин не может отобраться в состав команды, поэтому он перешел на самоподготовку. Как действующий чемпион мира, Мартин имеет персональную квоту для выступления в разделке на 15 километров. Но он постарается пройти квалификацию и на другие гонки. Впереди у Мартина более 500 сессий и более 1000 миль на лыжероллерах. Сегодня начинается путь к чемпионату мира. Это дерьмо. Не быть частью команды. По нескольким разным причинам. По крайней мере, сейчас мы прошли испытания, работают ли крылья. Возможно ли придать высоты своим крыльям. Мы понятия не имеем, к чему стремимся. Мы будем стойкими во многих ситуациях и думаем. Ага. Надо самому делать, да. Это было непривычно. Сидеть сложа руки. Были забронированы отели, питание, перелет. Одежда пришла в тот же день. Все было просто. Как твоя спина? 7. Было ли лучше первые 7? Дело не только в том, что это больно. Я тяжело дышу. Я не расслаблен. Я скован. Невозможно свободно дышать. Как будто я здесь дую. Не можешь дышать животом. Чертовски раздражает. Абсолютно зол, надоедает. Рекушлялся.
Это было хорошо. Хорошо согревает тело. Я бы сказал, что Мартин был очень хорошим старшим братом. Он все замораживает. Вот он бежит. Я был вовлечен во все, что он делал. С Андреем готовится к летнему погружению. Не ныряй. И другого быть не могло, ведь я был на 7 лет его младше. Мы создали очень хорошее братство тем, что он включил меня. Взорвался через высокий водный столб. Это был необычный тигр. Он превратил это в желе. Мы начали работу по обучению в сезоне 2012-2014 годов. Он передал свою жизнь в мои руки. Я должен был контролировать все, что он делал. Скорость, технику и силу. И это привело к его первой победе в масс-старте. Он переместился на первое место. И это было действительно весело. Мартин, наверное, понимает это. Но Валик Джани действительно побежден. Этого достаточно. Или Мартин? Да. Мартин побеждает. Прямо сейчас с Андре Сундби. Вы были частью этого. Мой брат помог мне с финишной подготовкой, и это оправдалось победой в сегодняшнем масс-старте. В этом году Мартин единственный, кто не попал в национальную сборную. Я должен это исправить. Здесь ты лучше всех. Отпускает ноги назад, встает, наклоняется вперед. Мы не боимся, что Мартин недостаточно хорош физически и технически. Но у него есть действительно серьезные проблемы со спиной. Я собираюсь заказать двойной американо и булочку с кориандром. Тогда увидимся, блогермен. А он довольно забавный. Наблюдать на расстоянии. Сейчас идем в кабинет врача. Еще 3 минуты. Давай. Ты старый лыжник, но старый да старый. Так, не стоит начинать с грубости. Вы обычно иногда обгоняете шведов. Бывает. Все тренировки проходят хорошо. Рабочие ситуации, когда приходится выпрямляться вверх и сгибаться вниз подолгу, находясь в таком положении. Вроде чувствую себя хорошо первые 10-12 минут, а затем начинает сводить судорога. Похоже на судорогу. Нет мышечных судорог, но он просто блокируется. Чемпион дистанционных гонок даже не попадает в топ-20. Полностью в тени. Посмотри на Клэба. Сундби 38 секунд отставания. Вы переживаете, когда гонщики такого уровня так уходят на пенсию. Он редко бывает так далеко от подиума. Он всегда был стабилен. Даже в самые нелегкие времена он выступал лучше. Вот и проблема. Это впервые за карьеру, когда у меня есть физические проблемы, которые я не могу игнорировать. Я привык пренебрегать ими, но на этот раз проблемы со спиной. Это меня выводит из равновесия. Я не могу выступать. Я буду полностью парализован. 7 декабря последний раз чемпион мира завершал гонку. После чемпионата мира в Лилихамере у него начались проблемы со спиной. Я целый год был в замешательстве. Не знаю как. Я собираюсь выйти из этой ситуации. Мне 36 лет, и у меня была отличная карьера. Но хотелось бы еще немного. Я думаю, это было вполне ожидаемо. Хочешь, чтобы у меня были иголки в нервах спины? Да он сначала проверяет. Говорю тебе, он не проверяет сперва. Сразу ставит обезболивающее. Анестезия в пояснице. В нашей семье такое немыслимо, чтобы был артрит. Да нет.
Мы не должны с этим соглашаться, потому что лодыжка полностью износилась. Риск тренироваться так долго, что по телу идет сильная судорога. Наверное, все же лучше тренироваться по 800 часов, чем 1000-1100 часов в год. В те часы появляются проблемы и травмы. Проблемы на пути, которые можно рассматривать, либо нет. Если игнорировать травмы, они могут становиться более серьезными. Опыта в решении подобных проблем у меня не было, и я не решил ее так хорошо. Четыре минуты. Давай. Бро, достаточно. Что меня больше всего мотивирует в работе с беговыми лыжами? Это развитие. Также тонкости, на которых построена повседневная жизнь. Еще и то, что нас двое. Мало что тебя злит больше, чем когда шипы не сидят. В чем смысл сегодняшних занятий? Немного потестируем новый способ для создания высокой скорости. Я не делал этого раньше, так что это будет испытание. Это метод Эльдара Рейнинга. Вроде он проводил такие занятия в 2006 году или около того. Я никогда не делал этого сам. Сейчас мы попытаемся. Я немного скептически настроен по отношению к водителям, но... Когда ты катаешься на лыжах, ты один. Ты пересекаешь финишную черту в одиночку. Никого это не волнует, кроме тебя. Когда мы вместе, это создает развитие в повседневной жизни. Твой рюкзак идет на 0,2 секунды впереди тебя. Это создает хорошее ощущение. Нельзя сокращать каждый метр. Просто держи скорость выше, чем моя. Когда будешь подниматься в подъем, держишь 35-40. Тебе это не нравится. То, что я делаю, должно быть мирового класса. Я стараюсь делать то, что другие никогда еще не применяли. Ощущение такое, что то, что мы делаем, должно быть лучшим в мире. Это делает тебя маленькой коровкой, за тобой постоянно гоняются. Ты можешь быстро стать таким занятым, в погоне за развитием и новыми путями. Что ты забываешь, что именно делает тебя таким хорошим? Он может биться с тобой, но я помешан на деталях. Лучшая черта Мартина, пожалуй, самая грубая его черта, это его кнопка включения и выключения. Когда он идет, он очень активен. Он может рассердиться на кашу. Что ты делаешь, Сандри? При съемке тебе не нужно GoPro. Он может быть эмоционален и, возможно, скверно выражаться. Нет смысла втыкать GoPro в окно, когда оно и так неплохо снимает. Например, пройти жесткий интервал с плохим ахиллом. Слишком много сил. Запишите интенсивность, когда ему приходится сдерживаться, и так далее. Это был оптимальный контакт. Теперь ты должен присесть, чтобы оглянуться. Но я должен увидеть интенсивность, чтобы понять, где ты проигрываешь. Мы можем попробовать твое предложение. Всегда можно слышать это. Так мы всегда продуктивно общаемся. Когда он делает акцент на чем-либо, он не понимает, насколько полезно то, что мы делаем. Неудивительно, что ты злишься, имея такую зеркально-блестящую лысину. Поневоле будет короткое замыкание в голове.
Я тренируюсь с ним, потому что он увеличивает мои возможности. И это важно. Он в своих лучших проявлениях, когда нас нет. И работает со скоростью и техникой, потому что он мирового уровня. Я считаю, он один из лучших в мире. Я не проявляю эмоций, но что я вижу? Я действительно плюю на его чувства. Трудно вносить какие-либо изменения самостоятельно. Технические изменения сначала будут казаться неестественными. Значит, растянулся на нем. Тебе нужно получить больше. Придется немного увеличить. Он стал немного заносчивым. Это началось несколько лет назад. Он моя полная противоположность. Если я в себе уверен на 57%, то он на 87-90% уверен в моей готовности. Он популярен, и он может общаться со всеми. Узнает все и обо всех. У него есть социальные качества, которые превосходят мои. Здесь у нас есть. Едет меня Бьорн Борг на лыжероллерах. Волосы развивались, немного колыхались на лыжероллерах. Это невозможно. Он должен проверить тебя. Я также мало пользуюсь Тинде, как и он. Вместе мы умеем находить оптимальные методики для тренировок. Он уникален во многих сферах, и это придает мне силу. Это придает мне мотивацию для саморазвития. Он стал одним из моих лучших друзей. Ты стоишь на лыжах, как в парном танце. При виде спереди. Так, не понял, что ты сейчас про меня сказал. Ты стоишь, как в парном танце. Тоже хорошая техника. Теперь я закончил резку. Так, прощай. У меня может быть очень плохо и неудачные дни, но чаще все получается, когда мы вместе. Эти гребаные туфли никогда не работают. Мы опоздали на 21 минуту. Блин, вот и нашел, это было хорошо. Могу я использовать их здесь? Только недолго. Длинная Утенфорд. Благодарю. Теперь тебе нужно получить контроль над снаряжением. Блин, надо было вместо этого выпить пиво. Но мы этого не делаем. Я гарантирую, что сегодня я сломаю эти палки. 100% безопасно. Это день, когда ничего не получается. Чтобы стать лучшим в мире, нужно правильно расставить приоритеты на длительный период времени. Я полностью интеллектуально истощен. Это ужасно. Разве ты не умеешь кататься на воздушном змее? Это делается непрерывно недели за неделей. Много хороших и умных тренировок. И кроме этого, нужно осознавать, какой огромный опыт есть у тебя за плечами. Это, пожалуй, самое сложное. Я немного встаю перед тем, как начать. Нужно быть обезьяной, чтобы начинать здесь. Он все время пытается развиваться. Он думает не больше 10 минут перед тем, как приступить к следующей методике тренировок. Как я могу стать лучше? За счет чего? Я не могу думать о других. Быть лучшим в мире просто для того, чтобы осознавать, какова твоя совершенная форма и как ее добиться. Все вплоть до. Хорошо, я должен соответствовать твоим бедрам, так что чувствую себя всадником.
Хороший подъем. В этом году я решил делать все по-новому. Нужно вставать на ноги, создавать новую команду, принять большее участие во всем происходящем. В этом процессе мне повезло, я привез с собой Никласа, который тоже потерял свое место в сборной этой весной. Было сложно собрать команду. 2 месяца работал круглосуточно. Мы делаем невозможное. Потом посмотрим результат. Это было здорово. Форф-кусет. Меня зовут Никлас. Это мой первый день в школе. Тогда хорошо, что ты можешь сегодня шить. Я куплю английские булавки. Мы заручились большой поддержкой в виде друзей. Лучших друзей. Они составляют резерв национальной сборной. Я провел весь вчерашний день за печатью логотипов, но нечаянно пролил сок. У меня есть то, чего вы ждали очень давно. Это хорошо. Представляем всему миру нашу команду. Это круто. Нас ожидает отличный год. Приключения для многих. Их едва ли очень много. И среди них тем более нет таких профессионалов, как Никлас. Никлас в его лучшей форме. Один из самых опасных соперников. Я помню это еще по сборной. Приятно снова ощутить строгую дисциплину сборной. Как если бы вы сделали что-то не так, как должны. Тебе погрозили указательным пальцем, и ты слушаешься как мальчик. Даже если тебе 35. Когда мы сами стоим там. Если кто-то недоволен, звонят нам. У Мартина спортивный рекорд, что, конечно, впечатляет. Тогда он снова побеждает. Экскурсионное путешествие для Мартина Инстада Сундби. Лучший лыжник в мире. Король Холминхолмского марафона выиграл предыдущую гонку до чемпионата мира. А теперь одерживает победу в марафоне вновь. Он великолепно выигрывает чемпионат мира. Сегодня это была демонстрация силы. Он был совершенно непобедим. Он думает, чтобы еще добавить к этому списку. Раздавить Большунова и взять золото в раздельной гонке на 15 километров свободным стилем. Победа в Холминхолмском марафоне, победа в Биркине. Но мы не должны его душить, если он не сможет всего этого сделать. У меня есть конкретные цели на этот чемпионат. Поучаствовать в 3 гонках в Оберсдорфе и взять медаль. Но я должен пройти квалификацию. Тогда я перейду к реализации всех озвученных мною планов. Что будет абсолютно необходимо сделать в первую очередь. Первая гонка в Бьютестле не становится самой важной целью. Потому что в ней мне есть, что сказать до завершения зимы. Ты сейчас ешь. Остался час. Ты должен продолжать. Потом будем тренироваться. Наихудшее, что я знаю, это непрофессионализм. Я с трудом терплю это. Такой непрофессионализм вокруг меня вызывает невероятное раздражение. Люди менее серьезные, чем я. Пожалуй, самое большое раздражение. У нас есть серьезный разговор. Это золотое правило. Это должно быть в центре внимания. Не говори о лосях в Фоссуммарке. Он спонсор. Ты прихлебатель. Худшая обезьяна. Здесь вы подписываете свой паспорт. Он считал, что мне стоило пересесть и снимать тебя для Инстаграм Равинатора. Я предпочитаю молчать, тогда я работаю лучше. У тебя должны быть хорошие планы, у каждого должна быть функция. Тренируюсь я или эти спонсоры?
Мы задавались вопросом, как нам привлечь спонсоров. У нас есть отборная группа, которая проходит обучение. Вы можете посмотреть, что мы делаем, как проходит наша спортивная жизнь. Как мы проводим неделю. Дома ты свободна. Это был худший подъем в гору. Это так, но ведь это не альпинизм. Они думают, что знают жизнь такой, какой она была, но могут быть сильно удивлены. Это создает хорошие отношения. Сейчас я покажу вам цель жизни, когда вы в отеле и менеджер отеля. Почему-то знаю. Между прочим, довольно мило. Менеджер отеля знает мою любимую закуску. Сыр Моару Тортилья. Это чертовски верно. Управляющий отеля знает, что я не ем рисовый хлеб. Вы часто лучше узнаете друг друга на вечеринках. Спонсорам вы должны показать, что вы обычные люди. Что вы можете выпить в компании пива и немного расслабиться. Снять маску. Я думаю, что это отличный способ построить отношения. Так скажем же тост, Химара. Я провел свои лучшие гонки через несколько дней после такого вот отдыха. Синергии мало в этом. Скорее деструктив. Но зато спонсоры могли понять, что мы большие парни. Что никогда нас не отпускает. Это было не то, что мы предполагали. Главный эффект вечеринки в том, что после я бываю предельно сосредоточен. Наверное, потому что ты очищаешь совесть. Могу оторваться на вечеринке и понимать, что жизнь проходит не зря. Вам позволяют присоединиться к веселью. У меня несколько недостатков. Каждое утро я просыпаюсь. Фрида Карлсон вскакивает словно резинка каждое утро. Я чувствую, что начинаю становиться действительно старым. Поппер Вольтарен и Парад Сейер. Это нехорошо. Ланскампен — это телевизионный концерт с участием 4 норвежских и 4 шведских спортсменов. Я участвую, так как думаю, что это должно меня вдохновить. Чтобы встретить так много опытных и мудрых ветеранов и новичков спорта. Я лежу в Юконская больница, или больше нет, он был закрыт, сказала медсестра, самая добрая девушка в мире, но меня здесь не должно было быть. Я поступил сюда с опухолью паха. Теперь я принимаю внутрь антибиотики, в надежде на то, что это поможет. А взбесившейся навозной инфекции. Я не понимаю, с чем это связано. Я не тренировался первые несколько дней, потом меня приняли. Когда я вернулся, врач сказал, что мне нужно сохранять спокойствие. А потом я смотрю вверх и вижу проблему. Ахиллесову пяту. Есть мышечные волокна, которые получают удовольствие от этого. Что там происходит? Старик, новые болячки. Это пакеты со льдом для уменьшения воспаления.
Вы это быстро поймете. Я более или менее готов, но не совсем здоров после 12 дней, проведенных в больнице. Я только что ушел с большой мотивацией, но я так устал, все пропадает почти через 3 недели, середина июля, это неблагоприятное время. Приближается сезон. Осталось 8 недель. Пора узнать немного больше. Конкуренции было мало из-за короны. Скорее применить хороший опыт с BXN. Последнее, что приходит в голову перед стартом, это план гонки. Осуществить это бывает редко. В первые несколько минут каждый понимает, каким будет день. Я очень волнуюсь за твою спину. Она сильно искривляется после 2-3 кругов. Либо дела идут по плану. Двое перед Гуннульфсеном. Вы два лидера. Прямо как здесь Ганнульф. На 8 впереди Эрланда. Или тебе нужно работать больше, чем ты себе представлял? Ты потенциально слишком сильно раскрываешься и не успеваешь. Так что тебе нужно успокоиться, чтобы выдержать гонку плавно. Тело было в полной заднице. Я ехал тормозя до конца. У меня словно не было костей. После первого же подъема они ушли. Но сказать нечего. Просто говорю, что это все. Ты можешь покататься на лыжероллерах или сделать пробный заезд на лыжах. Это удовольствие для тела. Вы не внесли корректировки. Вы бы сделали это перед соревнованием. Ты получаешь размытые ответы, но при этом испытываешь хорошее чувство. Ты настраиваешь тело так, каким ожидал его видеть. У меня с этим возникает много проблем, но другие вещи меня не привлекают. Фильм переведен и озвучен каналом Комарович Лайв в 2021 году.